Привет. Вот этот пруд, который возле замка, только с другой стороны. Вон там вот музей, там мы гуляли. А это со стороны улицы, вот там, да, Ихман налево. А вот сюда направо Шпрахшуля. Так что я сейчас бегу, убегаю. Ох, как под мостом красиво. Как бегу, остановилась передохнуть и снять, как красиво, как вот эта вот ива. Это она так цветет, я думаю, таким желто-лимонным цветом, прелесть. Уточки вон плавают. Но лебедей не видно. Здесь лебедушка черная должна быть с детками. В общем, вот так вот красота. Погода не очень, но зато все равно такое настроение весеннее. Птички поют, прелесть. Ну все, всего хорошего. Пока-пока, до встречи. Пока.